Ну как? Лучше? Гранди. Тема урока «Зимой и летом одним цветом». Участвует в новом кинопроекте. Впереди много планов. Мечтает сыграть короля Лира и сняться со знаменитым французом Даниэлем Атоем, например, в роли братьев, ведь они, по мнению Ермольника, очень похожи. Работа всегда у меня была. Режиссеры подловили, которые трудно было распознать в трансляции предыдущего матча Атлетико Мадрид в чемпионате с Севильей. Но в обзоре он потом появился, и мы его вставили в программу «1001 гол», когда Диего Коста схватил защитника Севильи, аргентинца Фасио, за лицо, едва ли не палец ему в рот засунул. Ну, тот, конечно, к фамильярности такой был не готов и ответил